Всем привет, я в поликлинике. И как всегда, через буфет. Вот такую штуку я купила, смотрите. Сказали, что внутри такая вкуснятина. Сейчас проверим. Сейчас посмотрим, что там есть. Ну, так большая штука, присыпана тут вкусняшками. Сейчас мы сразу посмотрим, что внутри. Или укусим. Такой, как хлебушек. Сказала, тут мясо, оливки, колбаса, соус. В общем, целый набор. Ну, приятная, очень тоненькая лепешка, приятная. Начинка уже сразу. Это уже хорошо. Да, вкусно. Советую. 35 гривен. Такая закрытая штука. Хорошая. Тоненькое тесто по типу хлеба. Слушайте, шла в поликлинику. И шла ж по этой дороге, где у нас вот этот дом развалили. Ой, жуткое зрелище, жуткое. Закончили уже там разбирать. Ну, конечно, пол дома нету. Оно посредине дома получилось. Средний подъезд. А эти все поразлетались. Окна там этот. Средина вылетела. А на боках. Ну, сочная. Тут, в общем, тоже каждой твари попали. Сочная такая. Забрала я анализ. Завтра к врачу пойду. По щитовидке. Ничего. Может, это недоедки. Или с борща. А, знаете, что салаты, салаты. Хрустящая, тоненькая, хорошая. Свежая. Mm-hmm.
мясо мне попалось. Закрытая пицца называется. Ой, господи. Ну что, подкрепились, надо идти в процедуру. В общем, потом расскажу дальше.